Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 24 января. Вы смотрите ежедневный обзор рынка компании FIPA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Значительное снижение уровня деловой активности в производственном секторе, а также в секторе услуг еврозоны, оказало давление на пару. Но дальнейшее направление ценового движения будет зависеть от результатов голосования по монетарной политике ЕЦБ. Котировки пары все еще удерживаются в боковике, что указывает на неопределенность рынка. Волатильность торгов продолжает снижаться, тем самым увеличивая риск появления сильного ценового движения в краткосрочном периоде. Смещение монетарной политики ЕЦБ может оказать очень сильное давление на пару, обвалив ее к 1.1270. Сейчас перейдем к паре фунт-доллар. После стремительного укрепления котировок пары накануне, активность покупателей снижается, но лишь возврат котировок под 1.30 позволит рассчитывать на возобновление нисходящего движения. Укрепление котировок пары сопровождается уменьшением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество продавцов. Волатильность торгов остается повышенной, но и сегодня она может удерживаться выше среднего показателя за полгода. Лишь пробой поддержки у отметки 1.30 позволит рассчитывать на возобновление нисходящего движения. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Умеренное снижение цен на нефть, а также неожиданное уменьшение объема розничных продаж в Канаде оказывает поддержку котировкам пары. Но активность покупателей остается очень слабой, указывая на неопределенность рынка. Котировки пары все еще зажаты в узком боковике, что указывает на неопределенность рынка. Волатильность торгов остается заметно ниже средних показателей за месяц и полгода, что увеличивает вероятность появления сильного ценового движения. Дальнейшее укрепление котировок пары рассматриваю в качестве основного сценария вплоть до момента возврата их под уровень поддержки 1.33. Сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня. Сегодня Европейский Центробанк опубликует отчет по монетарной политике. Вероятность изменения основной процентной ставки, а также ставок по кредитам и депозитам очень низкая. Поэтому все внимание участников рынка будет сосредоточено на пресс-конференции регулятора. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь в фокусе с компанией FIPA Group. Финансовая группа поддержки.